привет. Это, что-то, короче, сразу к делу. Там военком говорил, что он что сможет отсюда выдернуть. Да. Ну, вот сейчас по Афгану решаю вопрос с Донцом. Если Донец Афгана забирает, то и пускай тогда этот товарищ меня тоже выдергивает. Потому что здесь хотят товарищи на нас полное, короче, поле, и где наши с этими воюют. Туда хотят нас вбухнуть туда. Вот, все. И тут, короче, ну, сейчас тут кипиш уже, пацаны подняли, сейчас все будем это... так сказать, с ними воевать, решать с ними вопросы. Если вечером ничего не будет известно, если также они захотят туда нас перекинуть, то, соответственно, тут уже все в отказную пойдут и это. Вот. И все на нашей роте катаются. Опять же, нашу роту опять хотят, на нас хотят с передка снять. Мы тут полностью просматриваем, у нас 5 НПшек охранских, они нас полностью просматривают. Они хотят, чтобы мы полностью отсюда съехали, вот, а сюда загнать других. Вот. А нас отсюда, с передка, на другой передок переслать, короче. Короче, по отпускам то же самое. Товарищи-беттерщики по второму кругу начинают отпуска ездить. Нам отпуска полностью остановили, короче. Я командир роты сказал. Я не контрактник. Я мирный человек, который приехал сюда по мобилизации выполнять свой воинский долг и защищать свою родину. Ваши нелепые приказы, никто не будет выполнять. Прям, как хотите это. Вся рота, никто никуда не собирается. Сидеть на звезды смотреть и ждать, когда это... Вот, тут одни заехали вот так пару месяцев назад. 36 человек сразу за полчаса увезли. И нас хотят так же сейчас туда завести. Копайте, готовьте. Не сказали, никто никуда не поедет. Они все уехали, все соскочили, а нас тут бросили, как не знаю кого. 2 недели вертушка лупила здесь. Пацаны уже все морально просто реально сломлены. Уже приходят вот, через день сюда ко мне. И вот все говорят, все, я сейчас кину автомат, уйду, я это, все.